Почти 13 тысяч сельхозугодий в Дагестане проверили на качество семян. Как отметили в Россельхозцентре, апробация проведена в 70 хозяйствах 12 районов республики. Исследованы более 6 тысяч гектаров пшеницы, 1500 ячменя, а также посевы риса, картофеля и других культур. Для повышения урожайности и качества Россельхозцентр Дагестана сотрудничает с ведущими селекционными центрами России, занимающимися производством семян зерновых и овощных культур отечественной селекции.